а также директора Брюховецкого аграрного колледжа Анатолия Викторовича Югова. Завершает нашу игру командный КВН «БАК». Станица Брюховецкая, Краснодарский край. 1916 год. Станица Брюховецкая. Тайное собрание революционеров-подпольщиков. Товарищи, вчера из ссылки сбежал Ленин. И уже завтра он прибудет к нам в Брюховецкую. Ура, товарищи! Ура! Отлично! Это дело нужно отметить. Но-но, товарищи, Ленин он вообще не пьет. Что? Тогда пошли вы со своим обществом. Тьфу! Тихо! Слышите? Держи его! Стреляй, ваше благородие, уйдет! Ленин? Всем молчать, а то порешу. Ваше благородие, мы его потеряли! Найдем, по коням! Точно помните, вы меня не видели, вы меня не знаете, понятно? Все, я пошуршал, давайте. Товарищ Ленин, а как же деньги на революцию? А? Деньги? Какие деньги? Вот, собрали 375 рублей, как одна копеечка. Ленин, очень приятно, Ленин. Очень приятно, Ленин. Ленин, очень приятно, Ленин. А вы точно Ленин? Конечно, Ленин! Смотри. Все, я пошел, мне, так сказать, пора. Владимир Ильич, вы что, в таком виде в Петербург пойдете? Зачем в Петербург? В Сочи! Сочи, родной! Сочи, город, курорт! А как же революция? Какая революция? Ну, когда мы царю будем морду бить? Вы что, нехристи, против царя-батюшки нашего решили пойти? А? А что, это мысль? Что, пойдет Ильичу корона, а? Да. Да. Значит, слушайте план революции. Бабы в селе есть? Есть. Сколько? 4. Думаю, 2 дня здесь пробуду. А прям сейчас есть? Конечно. Вот же Матрёна сидит. Ой, а я думал, мешок с мукой стоит. Матрён Павловна, разрешите вас пригласить, так сказать, на дэнсинг? Матрёна Павловна, а хотите замуж? Так я замужем уже. А хотите так? Значит, ладно, пошел я, так сказать... Кореша-революционеры ждут. А, попались, большевики! Just like the bow. Un, dos, tres, cuatro! Samba! Ты зачем меня обманул? Какие-то большевики? Это наркоманы какие-то. Ладно, друзья, пойду я, пора мне уже, знаете. Товарищ Ленин, а когда же революция-то будет? Давайте в четверг, ближе к вечеру. Чтоб не по жаре, понимаешь? Пошел я, а напоследок я вам вот что скажу. Вот так и закончилась эта история. Но все это, конечно же, шутка. И наша станица не настолько провинциальна, чтобы люди в ней не знали, как выглядит вождь мирового пролетариата. И закончить наше выступление хотелось именно его словами. Молчать, а то порешу.